мы действительно говорим о том, что зла слишком много. Зло без борьбы не отдает своих пленников. Нужно воевать, бороться. Потому и церковь земная, которая продолжает дело Спасителя, в творении святых отцов именуется церковью воинствующей. Я принес не мир, но меч. Я принес не мир, но меч. И Слово Божье, Слово Спасителя, есть действительно обоюдоострый меч. И Господь благословляет эту войну. Thank you.